Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. Выявилась такая неисправность в возбудителе 81B, в частности приборе 1.0V. При установке рукоятки, отвечающей за единицы килогерц, в положении 1, 4 и 8 происходит срыв в селекторе, и нет на выходе сигнала, гаснет лампочка настроен. Вот такая вот интересная неисправность. В общем, неисправность привела меня в блок 1.4, прибор 1.0M. Неисправны были вот эти вот три реле с паспортами 031, 06, 01. Реле R3, R10 и R11. Вот три релюшки, обмотки просто не прозваниваются. Сейчас будем включать, проверять. В общем, удалось устранить эту неисправность. Неисправны были реле R3, R10 и R11 в блоке 1.4 прибора 1.0. Вот стала единица работать. Ну и, соответственно, все остальные положения переключателя. В общем, как-то так. Видимо, хранение в сырости дало о себе знать. Опять сдохли доблестные реле RS-10. Именно поэтому в более поздних версиях этой радиостанции применять начали реле RS-34, герметичные, не завальцованные. Видимо, было много жалоб на эти реле. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Спасибо, 73.